Соревнования. Давайте поиграем в эти соревнования. Что у нас здесь? Какая задача? Блин, это мне рандомно машинку такую дали. А зачем она мне нужна, эта машинка? Я могу бы что-нибудь поинтереснее взять. Батюшки свет, смотри, сколько воды нужно. О, ускорение, спасибо. Ладно, будем на этой машинке. А, вот финиш, смотри, финиш. Финиш, рекорд побили. Так, дальше пошли, мне нравится. Так, это же будет, да, у нас? Получается, трасса. Блин. Ага. Давай поменяем тачку, нафиг она мне нужна. На раллином авто поедем. Так. Сейчас, смотри, маки. Какой-то маки, чувак. А я заехал, ребята. Нормалек. Блин, а что здесь за препятствие такое стоит? Это оно мне нафиг не нужно было. Препятствие это. Так, мне тут на первом приехать, да, получается? Не знаю, каким приехал, но ладно. 36 секунд, успеем, нет? Финишировать. Давай. Опа, заезжай. Ладно, не заезжаешь ты. Давай внизу будем ехать. Не хочешь заезжать сверху, давай внизу поехали. А внизу, кстати, мне кажется, быстрее все равно. О, 12 секунд. Явно мы не успеем ничего сделать здесь. Опа! Ну, давай, не финишировал. А вот эти монетки, которые я подобрала, они будут считаться или нет? Ты сколько мне начислил? 2 звезды? Ну серьезно? Ой, взял не сильно мощную машинку, но ладно. А, ну мне такие же чуваки, смотри. На обычных тачках, которые были. Типа даются, да? Ох ты, я не заехал. Так, давайте сделаем. Еще раз. Да, смотри, я так понял. Чем слабее машинка, у тебя и противники слабые. А чем мощнее машинка, у тебя будут противники еще с более мощными машинками, ты их выиграешь. Ой, давай. О, поднялись. Нифига себе. Я думал, мы не поднимемся. На этом драндулете. Нет. Так, бензинчик. Да, ребятки. Финиш есть. Третье место. Да. Ну, хотя бы не четвертое. Благодаря чуваку, который разбился. А вот если бы он не разбился, я бы явно четвертый приехал бы. У меня такое чувство. А что ж такие сложные эти? Вы крутасы-то, ё-моё. Так, а ну-ка давайте разгонимся. А, нет, здесь не слишком сложно было. Можно было не... А, нет, один разбился, смотри, чувак. Это нам на руку. Ах да, ну нафиг, как так? Почему? У меня же защита была. Видимо, защиты было мало. Так, идеальный старт. Не будем тормозить. Да. Пикапчик. Пикапчик не очень. У меня удачный. Так, опять кто-то разбился, прикинь. Ну, я третьим приеду, в любом случае. Нам другого сейчас не дано. Ну, надо более мощную машинку брать. Оп, давай, видим. На одном колесе. Все, финиш. А, не получилось у меня. Третье место. Превосходно. А что здесь такого превосходного-то? Так, пещера ледяного огня. Так, другую тачку возьму. Вот эту, например. Поехали. Пещера ледяного огня мне нравится. Интересно. Ого. Ёлки-палки, смотри. Витрищ какой. Так, все, в пещеру прячемся. В пещере вроде бы нету. Этого зал. Ай, падаю. Сгорел нафиг в лаве. Так, миля в пустыне. Ну, здесь я точно приеду.
милях в пустыне. Наверное. В пустыне я люблю ездить. Это он вперед. Успешно ездил. Опа, давай, давай, давай. Да в смысле? Не хватило мне. Мощности двигателя, что ли, чё? Или карта такая сложная? Опа, нифига, как я заехал. Высоко, ребятушки. Все, отдыхайте. Я мчусь со всей силы, со всех ног. Ну, если можно так сказать. Со всех ног. Так, переворачиваться здесь все равно смысла нету. Не успею. Ух ты! Подстава какая, а? Давай, давай, давай. Так, монетки смотрим. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Здесь хорошо. Так, здесь тоже. Не, главное не стукнуться. Башкой. Да ё-моё, а у них везде такие выступы. Подстава конкретная. Так, давай я наверх поеду. А, вон чувак еще какой-то есть. Ладно. Так, а мы первые едем. Круто, ура. Наконец-то. Финиш. Ой, так, первое место, спасибо. Отправляемся в кубок «Скалистая дорога». Поехали. Сейчас мы должны занять первое место. Оп-оп-оп-оп. Ах, ты не получилось заехать, да как так? Ничего страшного. Главное мне здесь бензинчик взять. Так, едем. Откуда у нас мощности хватает? А, финиш. И я второй приезжаю. Мало. Слабо, слабо. Надо первым быть. Вон, посмотрим. Может быть, сейчас приедем. О, видишь, я первый уже. Давай, давай, ну что ты будешь делать? А, здесь сложно будет. Вон. Так, баги едет. Камни, камни. О, а как они по камням проехали? Ты не понял, Алёк. Блин, и тут... А, нет, я думал, там были лыжники. И они просто на заднем фоне были. Да, сложную трассу дают. Я вообще первый раз здесь на этой трассе, поэтому... Если что, я немножко тупить буду. Ой-о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 й
Ну и все, как вообще вы думаете, я здесь должен проезжать бы? Я не понимаю. Третье место всего лишь. Да капец, вообще сложно, очень сложно. Ну все едут на своих тачках. У кого какие тачки самые мощные? На тех все едут. Так, это что за фигня там сверху? Зачем она? Кто ее там поставил? Колесики какие-то. Оп, оп, опять камни. Финишка, и я буду первый сейчас. Все, и разбился нафиг под конец. Первое место, нифига, круто. Это очень круто, ребята.